Друзья, добрый вечер. Сейчас, возможно, это не будет тот самый эфир, который мы хотим провести. Я сейчас протестирую, сможем ли мы подключить Елену Игнатенко. Если Елена подключится, то эфир состоится. И мы запланировали вот так. Елена, сейчас я подключу. Елена, вы подключаетесь. Отправила запрос. Ждем. Планировали записать эфир, посвященный жалобе наших оппонентов. Елена, здравствуйте. Добрый день. Елена. На экране непонятно, что происходит. Ты нормально? Это у меня фон такой, солнышко. Понятно. Елена, расскажите, мы сейчас будем обсуждать жалобу. Да, и я хочу сказать, что запланировано у нас в дальнейшем по поводу медицинского стандарта, это документ, который дублирует закон о противодействии семейно-бытовому насилию, который мы убрали пока что, да? Я правильно понимаю? Да. Но мы пока говорим, потому что это особая тема. Сегодня да. По жалобе. Да, добрый вечер всем. Действительно, давно не выходили в эфир. Тем накопилось очень много. Верю, что все мы их проговорим. Если честно, не хотелось даже тратить время вот на пересказ вот этой жалобы. Ну, потому что действительно нужно время использовать, как говорится, с пользой для дела, да, чтобы обсуждать и предлагать, и вырабатывать какие-то дельные, да, нормы. Ну, наверное, чтобы понимали, что все не просто так, кратко коснусь все-таки этого вопроса, раз Анастасия меня попросила. Ну, вы, наверное, уже видите, что вдруг началось такой арт-обстрел точечный по активистам, да? Ну, понимаю, цели ясны, потому что вы видите, да, что у нас горячие, так скажем, обсуждения в рабочих группах. Естественно, кому-то это не нравится, и вот называется методом устранения хотим добиться тишь, да гладь, да Божья благодать. Ну и вот, как говорится, я ждала, честно говоря, я понимала, что не могут обойти меня сия чаша, и вот она до меня дошла. Ну, честно говоря, ну вот прямым текстом читаю, вот улыбнула меня эта жалоба. Видно, что человек писал, трудно было писать, но задача была поставлена, поэтому одно и то же слово, как говорится, под разными склонениями, в разных вариациях, но вот ну никак, вот ну не получается. Ну, даже больше меня не сам текст жалобы, сейчас я кратко скажу, больше всего, что меня огорчило, что текст этой жалобы вышел из стен мажилиса парламента. Вот что меня удивило и огорчило. А как вы это поняли? Я считала, да, что эта жалоба вообще должна была там и остаться. Я объясню, почему. Ага. Значит, эта жалоба была подписана якобы, говорю якобы, потому что документ на самом деле содержит, ну, мы сейчас такое живем в эпоху цифровизации, да, у нас живых подписей мы не видим, вот, поэтому я не вижу живой подписи, значит, здесь у нас 5 авторов, Ажигулова Халида, наверное, вы уже знаете, да, это Альжанова Аида, Ахметова Жанна, Богатырева Светлана, Джумагулова Зарина. То есть варианта два. Если это, так сказать, авторы жалобы, если они действительно авторы, отправили это либо нарочно, либо почтой, должны стоять подписи. Если это направили посредством портала ЕГОВ, соответственно, подписать одновременно, значит, одно отправление 5 подписями было невозможно. Поэтому я так понимаю, что автор кто-то один, фамилий поставлено несколько. Вот, значит, адресовано было мажилис парламента, значит, оттуда это обращение было направлено в прокуратуру. Прокуратура переадресовала в департамент юстиции, ну, я говорю сейчас, как ко мне она пришла. Департамент юстиции, соответственно, направил
в нашу коллегию адвокатов, чтобы вот провели проверку. Но в данном случае могу сказать, что как бы я не знаю, жалоба касается не только меня, но вот именно просительная часть, она касается меня и уже новоиспеченного нашего только что зарегистрированного Республиканского объединения «Казахстанский союз родителей». Так вот, ну, как повторюсь, да, что видно было, что задача, как говорится, есть, цель есть, а средств нет. Поэтому в чем нас только здесь не обвиняют? В частности, Анастасия, как вы знаете, и вас, да? Ну, практически прям такое, знаете, детектива, прям с доказательствами, прям со скриншотами, как будто никто не знает, что Настя проводит эфиры, как будто я отказываюсь от того, что я готовлю эти документы. Я готовлю, и не нужно никаких доказательств. И я горжусь этим, что я могу свои знания действительно употребить с пользой. Я считаю, это мой профессиональный долг, гражданский и профессиональный. И я очень бы хотела, чтобы я не претендую на истину в последней инстанции. Я хочу, чтобы мои коллеги присоединялись к обсуждению, чтобы мы вели действительно профессиональный диалог. Поэтому вот эти скриншоты с чатов, где там я пишу, друзья, вот это обращение, можете его рассылать, как будто, вы знаете, такое доказательство чего-то противоправного прям приобщили, что, ну, прямо скажем, смешно. Ну и по тексту, короче, нас тут обвиняют, значит, начиная Абдинова ли я, значит, она у нас вот, естественно, вот психиатрия всех пугает, Балтабаева Багила, извиняюсь, что казахстанские ценности подрываются. Ну, я пишу в своих постах, вот, честное слово, посты не пишу не потому, что не хочу, вот времени не хватает, да, но вот пишут я в своих постах, мне бы хоть выслали хоть один, я бы хоть почитала, что я там написала, я еще не писала вообще их давно уже, и в эфирах, и в соцсетях, я вожу в заблуждение, значит, распространяя ложную информацию, что через буллинг будет узаконен ЛГБТ-ценности, я продвигаю антигендерную идеологию. Я что тут еще делаю? Я способствовала снятию с обсуждения закона о семейно-бытовом насилии. Горжусь. Ну, я тоже горжусь, что вы в этом всем участвовали и что мы были рядом. А они в этом обвиняют. И Шумирова Канагат здесь попала. И Сарсенбаева Малдир. Что они тоже, значит, вводят всех в заблуждение, что якобы этот законопроект коснется прав родителей. Анастасия с Александром Шалимовым тоже вели всех вас в заблуждение, товарищи, да, что, возможно, ответственность за буллинг. Ну, Ким, естественно, Анатолий тоже не мог остаться, как говорится, без внимания. Да, вот Анатолий у нас в прямых эфирах в Инстаграме вводит всех в заблуждение. Елена, звук пропал. Ага, появился. Казахстанцы. Нормально? Слышно? Звук, да, есть. Вот. Ну и, короче, все это сводится к тому, значит, что нам неоднократно на заседаниях рабочих групп вот нам уже объясняют, а мы все не понимаем. И поэтому, да, пора уже поставить точку, поэтому... Не буду излагать тут эти 4 листа этой писанины. Тяжело, говорю, человеку давалось, видно, это бумага. Да, значит, что мы деструктивные элементы, что наша цель вызвать социальную напряженность в обществе, посеять раскол, вызвать в обществе агрессию против депутатов парламента, препятствовать вообще, в принципе, любому законопроекту. Тут все через запятую там. И мы против кодекса, и мы против карантина, и мы против вакцинации. Все, кто знает, да, действительно, я тоже очень рада, что я познакомилась с такими людьми, настоящими патриотами. И когда я подключилась к этой работе, я просто была удивлена вообще, боже мой, какой объем работы люди делают просто по велению своего сердца, безвозмездно, ночами. Именно потому, что душа болит. То есть, да, действительно, вы видели, наверное, прямые эфиры в Инстаграме, когда активисты сдавали
в парламент вот наши сравнительные таблицы по кодексу. То есть их привозили в чемоданах, реально, в дорожных чемоданах. То есть это были несколько вот такие вот типы документов. То есть мы каждый свой аргумент, каждое свое возражение обосновывали. Мы предлагали свои редакции этих норм, которые мы полагали, что недопустимы. То есть пытаться нас в чем-то обвинить, я уверена, я думаю, что я попаду в точку, если скажу, что никто из этих вот авторов жалобы, вот этой кляузы, которая обвиняет нас тут практически в диверсии какой-то, никто столько вообще не трудился ни на одной норме этого закона, сколько сделали вот те люди, против которых они эту агрессию тут выпустили. Говорить о том, что мы ничего не предлагаем, это тоже полный абсурд. Если кто-то чего-то не понимает, то это проблемы, как говорится, этого человека. Я всегда говорила и в прямых эфирах, и в комментариях пишу, что мы готовы, мы открыты к диалогу, но профессиональному диалогу. Вот то, что вы видели, да, тут, ну, в итоге, короче, что они просят? Они просят в отношении меня, значит, они просят дать правовую оценку утверждениям Игнатенко, проверить соответствие ее действий этике, уровень ее профессиональной квалификации, правильное понимание ее норм, а также считаю, что она как юрист обязана знать законы, она распространяет ложную информацию, создает социальную напряженность и так далее. Второе, проверить деятельность общественного объединения «Союз Республики Казахстана», его учредителей, всю информацию на его, значит, интернет-платформе. Считаем, что призывы, Настя, вы призывы размещали какие-то? Вот, призывы размещены на странице учредителей этой организации и на официальной странице деструктивны, вызывают социальную опять напряженность. Одни и те же слова вот по тексту, это не то, что я повторяюсь, одно и то же. Да, и то есть они под официальным прикрытием, значит, вот вызывают, прикрытием организации, действуют деструктивно с целью вызвать негативные последствия. Вот, это все про нас. Угу. Вот, так вот, ну, неприятно, конечно, даже не то, что там неприятно, честно, не расстроилась, просто вот действительно, реально стало жалко человека, сколько он долго мучился, вот, ну надо было что-то написать, да. Ну, опять сказать, что человек, ну, как минимум, неграмотный, да, то есть он решил, что у нас должно существовать какое-то эталонное мнение, все должны думать так, как он думает, да, а если вы думаете по-другому, значит, вы кто? Значит, вы диверсанты, шпионы, да, подрывники вообще. Вот, поэтому очень все это глупо, смешно, потому что у нас Конституция, слава тебе, Господи, действует и запрещает цензуру и разрешает каждому свободно получать и распространять информацию. Человек явно далек, автор этой бумаги, далек вообще от области права. Вообще у нас не существует понимания закона, опять какого-то эталонного. Вот сейчас у меня был долгий процесс, мы спорили, там и Министерство финансов, там и судебный, как правильно понимать закон. А тут нам пытаются сказать, что вот так, как мы понимаем норму проекта, вот только так правильно. Вопрос, а зачем тогда вообще процедура обсуждения законопроекта? А зачем тогда вообще экспертные группы, извините? Для чего вы нас собираете? Мы что, должны сидеть просто молча и кивать? Или как? Почему именно наша позиция вдруг явилась основанием для подачи жалобы? Но там у нас, извините, те же представители КазГЮА говорили, что это может быть только отсылочная норма, отсылочная к уголовному праву, кодексу, либо к административному, потому что так, как она сформулирована, безусловно, она предполагает ответственность. Там даже обсуждались вопросы о возможном снижении возраста привлечения к ответственности. Ну почему тогда вы не посчитали, что вот действительно вот Кагамов у нас, представитель КазГЮА, вот он распространяет недостоверную информацию, ведь вы же считаете, что он имеет право на мнение, а мы что, это не дискриминация? То есть кому-то можно иметь мнение, а кто-то должен, извините, заткнуться. Очень грустно, конечно, очень грустно. Еще раз повторю, что мы всегда на каждом, пишут здесь авторы этой кляузы, что, значит, они нам каждый раз разъясняют в эфирах,
по два раза в неделю выходят, нам таблицы эти сравнительные высылают, а вы все не можете понять. Так, дорогие мои, регламентом работы, регламентом мажилиса как раз и предусмотрен и сам документ, форма документа, что вот здесь вот мнение одно пишется, предлагаемое, а здесь возражение. То есть это установленная законом процедура. И мы такие сравнительные таблицы со своими предложениями направляли и направляем. И направляем. И сейчас, ну не моя проблема и не проблема активистов, что если, например, Дина Смаилова не может понять вообще, о чем там речь, да, вот вы все видели эту грязную вообще ее пост, когда она обозвала нас педофилами, педофилы ворвались в рабочую группу. Мы тут не дураки, нас тут что, дурят? Ой, господи, боже мой, я не знаю вообще, по-моему, уже, как говорится, ну, можно, конечно, просто не тратить свою жизнь и время на такие утверждения, но если человек действительно переходит все границы, наверное, нужно поставить точку, да? Ну, а вообще, вот по поводу той нормы, у меня просто, естественно, ну, опять, конечно, было очень смешно. Видно, что Дина очень старалась ввести всех в заблуждение, сразу и петицию туда прилепила, там, против педофилов, там, да? Но самое смешное, знаете, что смешное? Она же вот нас критиковала, что мы норму, которую предлагали депутаты, мы ее критиковали, и тем самым мы поощряли педофилов. Я, знаете, сделала запрос. Вот меня уже просто, уже настолько все это достало вообще. Сделала запрос председателю комитета социально-культурного развития. Ну, ответ мне пришел за подписью Динары Балатовны Закиевой. Я спросила, а что с той нормой-то? Против которой якобы мы педофильные поправки-то предлагали. Оказывается, депутаты, ее инициировавшие, сами от нее отказались. Наверное, где-то, да, наверное, где-то наши аргументы их убедили. Поэтому кто тут теперь в итоге по логике Дины Смаиловой за педофилию, непонятно. Вроде как они сами теперь отказались от нее. Поэтому я считаю, что больше мы не должны тратить вот время на пояснение, объяснение вот этих, ну, странных, даже не знаю, как назвать этих, этот документ вообще. Я понимаю бы, если бы человек сказал, что там действительно, ну, написали, что они постоянно не аргументируют и распространяют недостоверную информацию. Господи, боже мой, уже сколько я вот, я не скрываю, я пишу эти заявления и буду их писать, потому что считаю еще раз своим долгом. Мы что, никогда не ссылаемся на документы? Да любой я возьму, мы приводим конкретно, откуда у нас такие опасения. Но мы же везде приводим рекомендации, которые даны Казахстану по результатам заслушивания 4-го периодического доклада Казахстана о правах человека. Что дает он, какие рекомендации? Принять меры, читаю. Ой, Казахстану прилагать усилия для защиты от насилия, дискриминации женщин, лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов. Мало? Давайте еще приведем. 22 апреля 2020 года Комитет Совета Европы, приглашение Казахстану, Тунису для подписания Стамбульской конвенции. Мало? Давайте еще приведем. Ну почему можно постоянно нас, как говорится, оскорблять тем, что мы вводим кого-то в заблуждение. Я очень бы хотела, я обращаюсь, я уверена, что нас слушают наши оппоненты, и дай бог слушают депутаты, я обращаюсь к вам и прошу понять, что мы никакая не оппозиция, мы никакие не заговорщики, мы никакие не иностранные агенты, мы простые граждане, простые, которые, у которых действительно есть чувство понимания, что такое Родина, есть сердце, которое болит за судьбу страны, за судьбу детей будущих поколений, и поэтому мы где-то в ущерб своим семьям, своей работе, своему здоровью, своему бюджету делаем то, что мы должны делать по велению сердца. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, расположитесь к нам. Мы хотим быть полезными. Я всегда считала, я работаю, ну, долго уже в своей профессии, но у меня вот так вот, я не знаю, может, какие-то у меня детские комплексы, я всегда к себе очень отношусь
требовательна, чрезмерно требовательна. Поэтому, пожалуйста, если вы готовы слушать, мы каждое свое предложение, а мы их сформулировали уже предостаточное количество, мы видим, какие у нас есть проблемы в законодательстве. Нас не устраивает увещевание. Такого быть не может. Ну, не бывает так, понимаете? Закон, написано, dura lex, zet lex. В переводе закон суров, но это закон. Поэтому давайте предусмотрим такие нормы, которые действительно ваши обещания, что такого не будет, потому что не может быть, мы их переведем на язык закона. Мы таких предложений, которые касаются именно защиты детей от вот этой разрушительной ЛГБТ-пропаганды, мы их сформулировали предостаточно, мы направили официально от Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз родителей» в парламент, в правительство, в администрацию президента, в институт законодательства. Мы показываем, что нам есть что сказать. Мы не, еще раз говорю, мы не говорим, что это истина в последней инстанции. Мы готовы к тому, чтобы действительно нас выслушали. Где-то, возможно, будет обмен мнениями, где-то мы, возможно, свои нормы будем корректировать. Но это нужно. Это нужно делать. И я думаю, что если действительно вот такое будет расположение депутатов, да, то у нас действительно будет хороший результат. У нас будет вот то самое общественное согласие, вот в подрыве которого нас обвиняют. У нас будет авторитет власти, у нас будет авторитет, да, депутатов, у нас будет процветающее государство. Поэтому я думаю, наверное, Анастасия, нам нужно отдельный эфир сделать по нашим предложениям, да? Потому что так не хотелось, да, бы и, сейчас бегом-бегом пробежать. Елена, все-таки я вас еще задержу. Я когда читала вот эту жалобу, я так поняла, что они хотят вообще вот наш союз родителей закрыть. Ну, пока они как бы не могут, в принципе, ну, человек маленько, наверное, понимает, как нужно формулировать. То есть они пишут так: дать правовую оценку, дать правовую оценку действиям указанных лиц. И вот они формулируют. Первое, значит, это я, второе, это Казахстанский союз родителей. Проверить, как я писала, да. То есть пока они просят провести проверку. Ага, да. Ага. Это я уже себе нарисовала. Но я думаю, что это неслыханная наглость. Да. Я совершенно с вами согласна полностью. И я хочу сказать, что вот эти все люди, которые подписали, они же все поддерживают Сороса с его институтом открытого общества. А как мы знаем, открытое общество, оно открыто для определенного круга лиц. И что у вот этой фразы «открытое общество» есть продолжение. Открытое общество – его враги. Его враги – это те, кто не согласен с Соросом. Для них это общество не открытое, а наоборот. То есть есть определенные личности, определенные организации, которые ставят традиционные ценности, которые патриоты, которые хотят сохранить здравый смысл и вообще жизнь на земле. Вот они их называют, вот это мое личное мнение, врагами. Да, врагами. А тут, знаете, вообще написано, что вот они проанализировали группу поддержки активистов и установили, что большей частью это боты. Поэтому, дорогие мои, боты, хочется по фамилии каждого назвать, да, чтобы страна знала своих героев. Так вот, нас считают, что да, что это просто вымышленные страницы, несуществующие люди, и все это мы делаем для того, чтобы подорвать общественное согласие. Просто очень, как говорится, не было бы так, да, смешно, если бы не было так больно. Ведь вот действительно, скажем так, списывать со счетов, да, активистов вот результат, да, они там пишут, что мы всегда там против всего, да. Ну, давайте будем говорить про то, что уже не мы, а уже и президент, и парламент, уже и сами депутаты уже высказались и отозвали этот законопроект, да. И ведь мы же не жаждем крови, ведь мы же никогда не ставили вопрос о привлечении к ответственности авторов вот этого шедевра. А ведь там действительно, там не только он
чисто опасный по своему, скажем так, замыслам положенным, да, в это самое, в основу, в концепцию законопроекта. Ведь он же просто еще юридически, ну просто вот жирное два, понимаете? Ну мы же не ставим вопрос, кто, разберитесь, накажите, а фактически ведь он же прошел первое чтение. Так, может быть, пора уже признать просто заслуги и действительно согласиться с тем, что есть необходимость прислушиваться, гражданское общество. Там есть не только люди с горячим сердцем, там есть люди-профессионалы, которые могут посмотреть и высказать свое мнение. И мы придем к какому-то действительно правильному решению. Угу. Елена, скажите еще, спрашивают здесь, что с буллингом? Понятие же было отправлено на согласование, да? Что дальше было? По процедуре получается, что сначала, значит, должно было уйти эта норма на заключение, экспертное заключение Института законодательства при Министерстве юстиции, который мы туда, поскольку хоть нам везде там в эфирах депутаты говорят, что мы там давали высказаться, но на самом деле это не так. Вы, наверное, видели эти прямые эфиры, да, тут вот, вот эти вот подписанты так называемые говорят, что мы там агрессивные, мы там неэтичные. Ой, господи, прости. Я могу, наверное, вы видели, да, там, что там творилось, там не то, что агрессия, слава тебе, Господи, что у нас был экран телефона, иначе бы, наверное, в нас что-то полетело. Там такие были видики, да. Там да. готовы были мы все это на части, или... но уж там в рабочих группах, там в чатах вообще не выражают, не подбирают выражений. Там та же вот, так, Ахметова Жанна, насколько я помню, писала, вам не нравится чемодан вокзал Северная Корея вообще? Вы боитесь, что они боятся, что там если несколько детей там сменят свой пол, то вся страна станет розово-голубой. Мы боимся, и мы не хотим, чтобы у детей вообще даже такие даже мысли возникали, не то чтобы они меняли пол. Поэтому называется, ну, от кого бы вообще бы, вот не хочется приводить русскую поговорку, чья бы мычала, да, чья бы молчала, ну, да. но вот обвинять нас в неэтичном и агрессивном поведении, ну, явно только вот не удел вот этих вот людей. Вот явно. Вы, конечно, извините, если я где-то была резка, но действительно, вы не давали, я обращаюсь, если они нас слушают, вы не давали высказываться. Абсолютно. То есть на первом, скажем так, предфинальном заседании вот этой подгруппы по буллингу, то есть мы каждый из нас направили свои сравнительные таблицы, написали свои возражения, обоснования. Мне сказали, вы не успели выступить, на следующем заседании вы выступите. Но начались оскорбления, очень слабый, очень, это никакой юрист, короче, меня просто называется, да, меня забулили. Те самые борцы с буллингом. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу, что с буллингом, поскольку фактически никакого, абсолютно никакого обсуждения, по сути, не было, то есть нам предлагалось, вот, буллинг будет однозначно понятие, давайте вот, ну, хотите, вот, слова поменяем, запятые переставим, там что-то там, но будет он однозначно. Вот, поэтому... Нам ничего не оставалось делать, как донести свою позицию письменно именно от общественного объединения Казахстанский союз родителей в Институт законодательства, который как раз должен сделать заключение экспертное по этой поправке. Мы не знаем, есть оно или нет. После с этим заключением законопроект должен поступить на заключение правительства. Ну, на сайте Мажилиса там план, значит, план работы еженедельно вывешивается. Мы контролируем, видим, что пока рабочая группа не назначается. Я понимаю, значит, что где-то что-то, ну, дай бог, что, может быть, кто-то задумался поглубже. Поэтому так долго все происходит. Может, по другим причинам. Но мы видим, что вот наши, так сказать, оппоненты зря время не теряют. Да? И пытаются нас, как говорится, к финалу, чтобы нас вот таких вот недовольных стало меньше. И вот они вот начали вот эту вот травлю, что самое, что ни на есть травлю, да. Анатолия, заклеймили теперь меня. Вот, ну, судя по тексту жалобы, возможно, где-то еще летят такие же письма в отношении других активистов, потому что тут много перечисляется их. И вот все с какими-то намеками, там, у нас есть там информация, вот такое вот, ну вот, ну, если вы действительно, ну, вы же, как говорится, претендуете на роль там
Вот вы пишете прям от членов экспертной группы по защите прав детей. Ну, серьезный статус, да. Ну, пишите тогда конкретно. Зачем такими обтекаемыми словами там ни о чем? Чтобы можно было, как вот я могу, мне говорят, напишите пояснение. Я говорю, а вот на что я должна тут возражать? Только написать, что у нас запрещена цензура, и у нас мнение, это право человека высказывать свое мнение. Если вы хотите диалога, давайте, пусть будет диалог. Но диалога здесь нет. Вот, поэтому мы ждем. Мы ждем, не знаем, на каком, как говорится, этапе сейчас эта поправка находится, то ли в институте, то ли в правительстве. Как только поступит заключение, будет назначена рабочая группа. И если нас еще какими-то другими методами попытаются заблокировать, то мы, конечно, будем участвовать и высказывать свое мнение. Елена, вас народ благодарит, обещают вам испечь пирог, говорят, что вы герой, что все будет хорошо, что вас народ поддерживает и верит только вам. Спасибо большое, спасибо за вашу поддержку. Действительно, иногда прям кажется, ну все прям невозможно. Ну, ночь прошла, утро, смотришь, люди опять, слава тебе, Господи, просыпаются, активно высказывают свою позицию, думаешь, ну как, ну вот, ну реально, я там не красуюсь, там, я действительно считаю, что, ну, это, ну, низко вообще знать правду и молчать. Нужно, да, по Библии вообще, да, страх – это вообще тяжкий грех. Поэтому, ну, давайте, естественно, никого мы не призываем, Господи, как тут нас обвиняют, там, в агрессии по отношению к депутатам, там, в подрыве государственного строя. Нет, нет, мы призываем к диалогу, к спокойному, конструктивному обсуждению. Поэтому, депутаты, уважаемые депутаты, если вы действительно верите нам, не нужно нас бояться, мы не какие-то там оборотни, мы не какие-то ведьмы, никакие иностранные агенты уже, каких только, как говорится, не долетало до нас это самое, да, скажем, статусов нас придуманных нет. Все это ложь, имеющая одну единственную цель – заткнуть нам рты. Мы верим, что нормальных депутатов много, которые действительно сами переживают и просто, ну, может быть, действительно нуждаются в поддержке и нуждаются в обсуждении каком-то коллективном. Поэтому мы готовы и будем очень рады, если вы примите наше приглашение, предложение работать конструктивно. Елена, давайте завершать. И я все-таки сделаю задел на следующую неделю. Я жду вас. Хочу поговорить по медицинскому стандарту, который очень опасный. Да, но я думаю, что все-таки нам нужно как-то вот, раз мы стали говорить про то, что у нас сейчас вот эти поправки антибуллинговые направлены, ага, на предложение, нам нужно, ага, все-таки, как бы, чтобы логично завершить, ага, осветить их, чтобы там вот не домыслили, давайте, что мы там педофильные направляем поправки. Нет, мы не педофильные. Вот мы их осветим, а потом, поскольку вот сейчас мы же слышим, что уже было заявлено, что к концу года, да, должна быть принят это закон о противодействии семейно-бытовому насилию. Или там, угу, внесены изменения там, в действующее законодательство. Но, к сожалению, мы, как говорится, находимся за бортом этой работы. Мы не в курсе, что там происходит. То есть, ну вот, несмотря на то, что вроде как бы и, да, услышали нас первый раз, что были опасные нормы, но вот второй раз почему-то нас туда не приглашают. Но, тем не менее, мы видим... Она уже заседает, получается? Нет же еще? Нет, по крайней мере, тоже вот эти постановления о формировании рабочей группы принимает председатель комитета. Такой пока информации, что она уже сформирована, рабочей группы, нет, но мы видели, да, что у нас выступал председатель Национальной комиссии по делам женщин, да, она сказала, что да, к концу года он должен быть принят. Но учитывая, что да, уже, да, апрель, я думаю, что в любом случае где-то там уже обсуждение, ведь опять же должен быть, ну, как оно по закону, все должно начаться сначала. То есть опять должны появиться инициаторы, опять должна быть разработана концепция, мы должны ее обсудить, поэтому времени не так много. Вот. Поэтому вот к этому стандарту, конечно, мы должны однозначно вернуться, обратить внимание на него. Я была убеждена, когда я его обнаружила на сайте, можете каждый пройти, посмотреть на сайте национального...
Национального центра общественного здравоохранения. Там есть раздел насилия, туда заходишь, и там вот этот вот стандарт называется «Операционная процедура по выявлению медицинскими работниками насилия в отношении детей». Я была уверена, думаю, не будем торопиться, думаю, наверное, его забыли убрать, потому что, ну, закона же нет, закон же отозвали, а стандарт – это практически копия закона, там все эти... И пренебрежение интересами ребенка осталось. Думаю, ну нет, наверное, просто какая-то вот действительно нестыковка где-то произошла на разных ветвях государственного управления. Нет, получили официальные ответы, что этот стандарт, по нему уже обучаются медицинские работники, и он должен быть введен в действие в первом полугодии 2021 года. То есть мы понимаем, что как вот уже, скажем, такой базовый какие-то основы, но они отсюда все равно будут взяты, если уже и обучаются. Это же серьезно. Ну а что там в этом стандарте? Конечно, мы должны к этому более тщательно, как говорится, подойти, и побольше времени нужно. И я расскажу о самом стандарте и дам ему именно юридическую оценку, потому что у нас действительно вот сейчас очень сложно работать вот именно юристом. У нас сейчас вот нет никакой системы, называется, все смешалось, и люди, и кони. Фактически здесь не медицинский вроде стандарт, да? Но вроде медики, они же лечить должны. А тут прям нормы права, знаете, вообще, как расследование начинать, да, и как детей отбирать, при каких основаниях. Поэтому очень большая ошибка допущена, конечно, при разработке этого стандарта. И я бы очень хотела, я не знаю, Анастасия, может нам попытаться связаться с разработчиками, то есть у нас есть конкретные фамилии. А это вот он у меня лежит постоянно, его, как говорится, называется, глазам не верю, читаю, опять думаю, боже мой, какой кошмар. А, значит, это у нас научные деятели, кандидат медицинских наук, Исатаева Нагима Мухамедрахимова и Муканова Шалпан Насыркызы, главный менеджер департамента менеджмента качества корпоративного фонда. Большое название. Может быть, все-таки нам попытаться с ними связаться, но просто я не понимаю, как доктор, кандидат медицинских наук мог такие разработать нормы. Но они не медицинские нормы. Поэтому бы очень хотелось, опять же, не хочу, еще раз говорю, не хочу там просто вот подвергать огульной критике. Хотим понять и попытаться переубедить, что это большая ошибка. Это большая ошибка, и нужно предотвратить как раз те негативные последствия, которые могут быть вызваны этим стандартом. А тут смотрим опять, ну что ты будешь делать? Ну опять у нас опыт Норвегии, опыт Германии, опыт Эстонии. Елена, давайте сейчас не будем больше ваше время занимать. Я знаю, что у вас был тяжелый день. Давайте все оставим до следующей недели. Я вас благодарю, что вы рассказали про эту жалобу, наконец. Нельзя такие вещи оставляет за бортом, потому что люди должны знать, что происходит. А это абсурд, конечно, но ну вот чем они занимаются. Да. Все, доброго вам вечера, удачи. Спасибо. Вам, Елена. Спасибо вам. Спасибо всем. Все нормально. До свидания.